Дети от 4 до 8 лет дома есть? Вам повестка. В этом весеннем призыве 2017 года мы набираем новобранцев от 4 до 8 лет, которые в будущем станут телеведущими. Первые видеозаявки уже поступают на адрес нашей редакционной электронной почты vidnaya-tv@mail.ru. Здравствуйте, меня зовут Виталик, мне 6 лет. И я хочу стать телеведущим, так, потому что мне нравятся все детские телепередачи. Я хочу стать телеведущим, потому что хотела бы стать известной. В своих видео ребята не просто рассказывают о себе, но и стараются наглядно показать свои творческие способности. Я умею еще петь овечки, коровки, склоняя свои головки. Приятно удивили, что в гости мне явились. Они совсем не знали, кого к себе приняли. Есть и совместные заявки. Практически в унисон прочитали нам стихи близнецы Артем и Рома. Мы расскажем стих про зонтик. Если дождик проливной, зонтик я беру с собой. Очень яркий и большой, желто-красно-голубой. Кто не повстречается, каждый удивляется, говорит кругом народ. Вот так чудо зонт идет, но даже чуточку обидно, что меня совсем не видно. Мы обещаем, что увидим всех. Напоминаем, до 24 февраля можно присылать заявки на участие в кастинге, который назначен на воскресный день 26 февраля. Снимайте видео на мобильный телефон и рассказывайте нам о себе. Спешите, шанс стать телеведущим есть у каждого.